На этой карте отчетливо можно проследить, кому принадлежат отдельные участки так называемого центрального пляжа. Ориентируясь от пляжа санатория Анапа, вправо желтая полоса пляжа обслуживается Мупаку, а влево 5 желтых участков арендует центральный универмаг города. В договорах, выданных на аренду этих участков под разными кадастровыми номерами, один и тот же хозяин. Срок аренды заканчивается 15 сентября этого года. Письма, уведомляющие о том, что аренда продляться не будет, подписанные главой города, отправлены хозяевам. Почему? А вот потому что пляжи выглядят именно так. Это было снято сегодня, в час дня. При том, что день прохладный и отдыхающих мало, мусора в изобилии. Зато шезлонги до самого уреза воды. Отдыхающим все равно. МУП Акуэта или универмаг центральный. Как нам ориентироваться, где какой пляж? Мы стоим на Гребенских воротах. Значит, прямо упирается санаторий Анапа. Дальше вправо от санатория Анапа до речки Анапка. Это центральный пляж, который обслуживает Мупаку. Заведующий пляжем на работу приходит ежедневно в 5 часов утра и объезжает территорию, составляя план уборки. В 6 утра мы освобождаем мусор, который скопился за ночь, потому что там и ночью приходят люди, отдыхают, сидят. Вот. Значит, в обед, с часу и вечером. И также идет почасовая идет уборка территории, то есть рабочие с мешками проходят по периметру 10 метров, берут они от начала пляжа и до уреза. Проходят, значит, с мешочками и за отдыхающими, которые бросают стаканчики, все, убирают. Также у нас идет очень сильная борьба с окурками. В день мы собираем, бывает такое, что когда вот было много народу, сейчас видите, уже меньше народу, мы собирали от 3 до 5 ведер окурков. Сергей Карпенко рассказал о том, как комку убирают. Каждый день это несколько единиц техники. В отличие от Мупаку, рабочие пляжа универмага Центральной сетовали на отсутствие техники и жаловались, что в их в арсенале лишь вилы. Но тут уж никто не виноват, извините.